сегодня утро. Good morning, Daniel. Good morning, hon. Good morning, viewers. Я прогулялась в Сочи. Daniel приехал с работы и начал заканчивать то, что начали мы вчера. Огоньки. Мы решили не на фронт-ярд, а вот на бэк-ярд. Все-таки мы здесь чаще будем видеть их. Мы работаем по вечерам, и фронт-ярд нет смысла наряжать. Здесь мы как-то все равно еще выходим, даже когда домой приедем, гуляем. Вернее, выходим в Сочи на улицу, да и вообще будет приятно на огоньки посмотреть здесь, посидеть. Ой, сочуля там. Сегодня еще придет к нам мальчик, будет подстригать. Пальмы все вот эти уберет, и тут пострижет. Ну что же. Вот Данилка у меня старается, видите. Любит он Крисмас. С подарками я его освободила. Все купила подарки, запечатала. Ему только огоньки вешать. You enjoy doing Christmas lights? Oh yes, joyous. Yeah, you still enjoy. These aren't Christmas lights though. Huh? These aren't Christmas lights. These are jacuzzi lights. О, oh, танцы у нас пошли даже. Это у нас говорит джакузи лайт. Да, будем нагревать джакузи, будем сидеть. Where? Over there. Все будет красиво. И будем сидеть в джакузиях. See in front of your frog planner. Uh-huh. All the legs fell off the spider. Oh. Это он старые огни убрал, рассказывает мне. Вот. Все тут отвалилось. Понятно. Ну что ж, Дэниел, как всегда, у меня весь в работе. Будем ждать мальчика, который начнет нам бэк-ярд убирать, деревья подрезать. Пыхтит, кряхтит, но украшает. Данилка уже подходит, видите. Yeah, you want to hold it, you? No. Надо потихоньку, а то упаду. She sleep behind my chair. Спрашивает за Сочи. Она уже дрыхнет. Сочи уже умаялась наша. А нам еще на работу надо сегодня. Вот уже скоро, видите, тут начал. Уже вокруг все повесил. New ones what? These last pieces are the old ones. Mm-hmm. Будет красивенько все. They won't be as dark. It's all right. Yeah, because that's all we got. Yeah. Мы там украшаем, а сочуля наша уже прогулялась со мной утром и около голубого кресла вытянулась. Да, устала, бедная. О-о-о. Данилка повесил уже вверху огонечки, теперь будет вешать внизу еще. А you listen music? What you put on the ear? You listen music? A book. Book? О, yeah. Oh, книжку читает, в ухо он вставил. О, вот book. Вот книжка, какая книжка? Huh? What book? The Ruby Nights. Ruby Nights. See, the lizard's helping me. О, так что видите, он у меня просвещенный. Он еще и книжки читает, записывает с компьютера и... Когда работает, читает. Ему читает на ушко любимые книжки. Сочи sleeping. She don't care. She played and ran all morning. She's tired. Yeah. Итак, скоро будут огоньки внизу. Данилушка у меня старается, молодец. Отхожу подальше.
Вот он, видите, подрезали пальмочки наши красивые. Не буду снимать, когда шумно, слишком шумно. Показала вам. Но будет наш вход центральный снимать. О, шумно, дерево. Поехал за кэшем, Данилка. Чтобы наличными заплатить. Да, у нас тут все заросло, вход уже был закрытый, поэтому мы решили подрезать их. Не очень красивое сейчас дерево будет, но они ничего, они отрастут. Вот. Технические неполадки у нас. У него эта цепь спала с пилы. Вот снова сейчас ее одевать. О, конечно, молодой, шустрый пацан. Говорит, надо ехать ему куда-то. Ну, пока он решил, вот еще у него другая тут есть подрезка. Подрезать деревья. Кусты наши, кисточки, вернее. Мы обычно с Дэниелом сами подрезали, но сами понимаете. Слишком много для нас работы. У меня есть видео такое, мы с Дэниелом подрезали. Но сегодня мы за один мах, они нам все подрежут, подстригут. Мы только игрушки будем устанавливать. Когда-то все эти кустики были маленькие, я думала, не дождусь, когда они вырастут. Вот все уже выросло, выдурело, как говорится. Теперь вот видите, уже сами не справляемся подстригать и обрезать высоко. Руки устают. Я сгонял, сгонял уже. Денежек снял, чтобы рассчитаться. Машет. Умаялся. Данилка там. Сейчас разговоры. Вот, говори. Одевай цепь. А сын его, видите, продолжает там подрезать. Снизу. Цепь сломалась. А? Fixing a chainsaw? Yeah. Well, you'll probably get 3,000 hits on YouTube for it. There you go. Hey, if it sells me work, put my business card next to it. Yeah. Yeah, she did it for the dog groomer. Yeah? Yeah, because I started messing with that stuff yesterday and it's like, now it's gonna happen. Мечтает, что будет больше у них клиентов. Yeah, but top gonna be round too, yeah? Лестница, чтобы подкрутить их сверху. Вам хочу сказать, запах как в лесу. I cannot find clip, Daniel. Cannot find clip. Yeah. О, пихточки приобретают форму. I think it's enough from sides. Говорю, достаточно. До сих пор делаю цепь, парень. Буду снимать из дома, чтобы шум не так было слышно. И то слышно. Вот сейчас он наши все дикие пальмы срежет под корень. Ой, боже, царапаться же есть. Шустрый парень, столько энергии у него. Вот перед Крисмасом хотят, видимо, заработать денежек. Всю надо ее срезать, а потом уже будем с Даниэлом следить, подделывать ее немножечко, чтобы поаккуратнее была. Сочуля, глядит же. Не нравится ей этот шум. Пошла. Да, работы много на своей земле, надо за всем следить. Видите, сколько
Так они растут быстро, эти пальмы дикие. Мы сколько раз уже срезали, я каждый год их сама подстригала, обрабатывала, но они растут моментально, дикие. Климат сопутствует, как говорится. Поэтому сейчас другого выхода нет, как все полностью срезать, а потом уже следить. Ну, покажу вам потом, когда результат. У нас есть, конечно, всякого инструмента, и пила есть. Но все ж тупеет, ломается, надо, чтоб резала, пилила хорошо. Данилка там уже болтает с кем-то. Еще один сосед подъехал. Довольный. Работа идет, все кипит у него. Все. Отрезал все тут пальмы. Видите, сколько работы. Главное, это ж все. А вот about another stamp. Ствол маленький. Leave it? Yeah. You think leave it? Yeah, it ain't that bad. Like that? Okay. But see, that's how it's supposed to be. Как два ствола у нас получилось. It's not supposed to be all the way to the ground. I have to now clean my flowers. Yep, you do. Цветы-то у меня заросли тут. Сейчас все видно будет. Oh, my work's getting done. Розы захерели у меня. Все заброшено. Take it this. Yeah. Can't miss it. Да. Тут уже мне никто не будет чистить, самой надо. Так, проверим, проверим. Я же инспектор хожу, инспектирую. Некогда спать сегодня. Yeah. А Данилка планирует же животных поставить. Тут было куда? Даниэл, yeah, still half on top a little bit. Yeah, you gonna tell? Вот. Такие вот у нас пихты разрослись. You know something he told me I didn't know about these trees? What? Them little birds that poke you, they're poisonous. Birds? The little prings on the thing. Подделывают. No, Daniel, I tell you, tap. Oh, yeah, he can't reach it. The other guy's gonna get it. No, these little prickers. Не может достать. They're poisonous. Poisonous? Yeah, I didn't know that. Вот видите, сколько. И за то, чтобы он сказал мусорку отвезти где-то, все, нужно $20 заплатить. You can cut this. No, but these are pain in the ass. Не может найти. Так. Смотрю, только одну пальму они раздербанили. Наверное, у него пила сломалась. Да, говорит, пила сломалась у него. Hello! Hi, people! Динь-нянь-динь-чан! Данилка довольный. Ну, конечно, тут. What are you gonna do with this now? Huh? What are you gonna... That's the tree which left as well. You have to keep this way. Burn it. Burn it? How burn it? You just spray gas on it and you burn it away a little bit at a time. I wish we can do it. Yeah. Мы не хотим вот это. You know it's gonna grow again. Yeah, but we have to get rid of it. Итак, ребята, поехали. Да, пила у них сломалась окончательно. Сказали, на следующий раз задел. Have a good one, man. Вот такие у нас тут события вокруг двора. Все будут доделывать, там вот макушку надо подделать. Делов еще много. Это дерево. Oh, he have to do in this to put it in a... Yeah, he's still gotta grab all the... Didn't you hear me say it'd be by later to get it off? That looks 100% better. Данилка довольный. You happy? Mm-hmm. I didn't have to do it. Remember when we did these two last year? Yeah, not bad, yeah.
You couldn't move your arm for 2 days, you remember? Потом, да, говорит, 2 дня не могла руки поднимать после того, как мы подстригли. Ты выдразнивает. True? Да. Тут у нас он пособирал последние игрушки. Все, говорит, работает, все горит. One more. Еще одна осталась, снеговик. Так, а я поехала на работу. Who's waiting for mommy? Is Sochi waiting for mommy? Yes, she is. Yes, she is. What are you looking up there for? Get down. Get down. That's bad. Yes. Where you parked last night? Just in front of the garage. What? Yes. Yeah. Nope. Mommy's home, baby. You gonna go get mommy? Where's mommy? Huh? There's mommy. Go get mommy. You gonna say hi to mommy? Go get mommy. Where's your mommy? Where's mommy? Yes, you miss your mommy, but she's over there. Go get her. Tell mommy. Tell her to get in the house. You tell mommy to get in the house, stop being bad girl. Hmm? Where's your mommy? There's mommy. What? What's with the ears? What's with the ears? Huh? What's with the ears, huh? There's your mommy. Did you tell mommy daddy's teasing you? No, see? On the counter. What? See on the counter? Oh. Don't touch them. What is it? Oh. They're toys. For your present? No, they're toys. But you have to grab that. This no, thing. They're just toys. But does she know for her? Yes, she knows. But I've been telling her no, she can't have them because I waited for you to come home to give with her. But this is for Christmas. No, it ain't. So what is it? Is it for you? Don't give it to her from up there. She'll think she can take it for any time. You got to put it down on the floor and take it to her carpet. Okay, baby. Tell her down. Down, Sochi, down. Good girl. Now take it over. Who gives a crap? They were $5. They're in the kitty toy. For you, baby. For you. You see, here Christmas is over there. What? You buy presents? For Sochi. Where? At the dog store. Oh. See? But you're not wrapped up. There's, oh, it's for a dog. Don't yell. Don't. Now she thinks she can have them. No. Oh. Just like we got her last time. Okay. Show him. Oh, Данилка тут. Let me do it. What did you get, Soch? Don't. Soch, no. Why you decide to give this? Because they were cheap and on sale. Give one after another, not the same time. It's enough for him, only one. Sochi. Понабрал игрушек. Я вообще-то свет пришла смотреть. О, это еще только начало. Видите, как он... Еще не установил игрушки. А? It's too dark. Too dark. But you like your lights? Yeah. And then tomorrow we'll put the little creatures around. Игрушки завтра поставим, да? A big Christmas tree. Uh-huh. Seal. Uh-huh. Carriage. Uh-huh. Elephant or rocking horse, whichever one you want. Frog. Peacock.
Flamingo, then tree. Все рассчитал, куда что поставит уже. Будем ждать. What'd you get, huh? Принесла. Is that your toy? Is that your new toy with little spokes, little spikes, little spiky spikes? Huh? We'll give you it, I'll throw it for you. I'm not gonna play tug with you because then you just tear it apart. No. Она ищет, где пикнула, чтобы... Give me. Как найдет пикалку, она ее выковыряет. Kill it. Make sure it's dead. Oh. Завтра будут одни отрывки. They have one of Santa. I figured that wouldn't be good for Christmas to get her Santa to tear apart. Oh. Сочи. Не рви игрушку, нашла пикалку, видите, нашла. Дай мне игрушку. Дай мне игрушку. Дай мне. Дай маме игрушку. Дай мне. А, не дают мне. Дай маме. Дай я поиграю. Дай маме-то, ну. Сочи. Дай маме поиграть-то, ну чё такая жадина? What's the matter, baby, huh? Is mommy trying to take your toy? Yes, yes, daddy protect you. We know who's a daddy's girl, don't we? Yes, yes, you are. Yes. Дай маме-то. Дала. Who's a daddy's girl, huh? Come here, Саш. Yes, you do. Yes, yes. Oh, you're my good girl. Yes, you are. Разрешила купить подарки, так он со всего размаху опять нахряпал. Yeah, are you daddy's girl? Подарочек. Yes, you love daddy, don't you? Yes, you do. Yes, you do. What about mommy? You love mommy? Go to mommy. Пикалка, где пик-пик? Пи-пи. Сегодня мне подписчики сообщили, Сочи, что ровно год, как мой канал открыт. Ровно год. Открыт он был ради тебя, моя хорошая. Так что ты тоже должна отмечать со мной. Ты главный герой.